Ну, будет такой познавательный разговор. Сегодня для вот этого вот ножика будем делать чехольчик из кожи. Нашел замечательный магазин, в котором можно купить кусочек кожи недорого. Вот. Тут такой темлячок уже есть. Ну, типа городского EDC. Вот. Но в кармане носить не очень удобно из-за отсутствия клипсы. А что-то большое носить не очень бы хотелось. Поскольку милиция здесь свирепствует и бушует. Ну, вернее, полиция. Полицейские, да. Сейчас уже полицейские. Вот. И нахожусь я как бы не в родном государстве, на чужбинушке. Вот. Поэтому лишний раз привлекать внимание не очень хотелось. А это такой замечательный швейцарский ножик. Я думаю, по нему вопросов нет. Но если что, у меня есть документы. Носить его можно. Носить буду на поясе. Вот. Как бы через 3 дня у нас будет Новый год. А снега вообще нет. Ну, вернее, как бы он был, но кончился. Это, конечно, очень печально. Потому что нет снега, очень печально. Ребенок болеет. Сырость, влажность в садике вообще черти что творится. Вот. Поэтому будем ждать либо снега, либо небольших морозов. А то это плюсовая температура, это жара среди зимы. Как-то ужас просто. Вот. Ну и оденем ножичек. Все. Всем пока. На просторах интернета на Авито нашел вот такого плана чехлы. Идея как бы простая. Самые простые чехлы. Самые элементарные. Вот. Потом поискал, нашел кожу, где можно купить. Ну и сделать нечто подобное. Сшить. Вот. Поставить заклепку. Ну, самое элементарное. И самое простое. В любом случае, даже если не понравится, можно будет переделать. Сделать другого плана чехол. Вот, в принципе, и все. Ну, то есть, вот такой вот магазинчик. Можно даже вот крокодила на 14 рублей найти. Вороток есть вот такой вот по 12 рублей. Ну, то есть, кусочек можно найти небольшой. Натуральная кожа, комплектующие для обуви. Нам это не надо. Шить мы отдадим кому-нибудь из сапожников в мастерскую. Там, в принципе, сделать 2 строчки и поставить небольшую заклепку я сам смогу. Кнопку. Вот. Хороший, интересный сайтик. Очень рекомендую. Ярославское шоссе, 45. Юридический адрес, а находятся они Коммунистическая, дом 1.